Ну а в эти дни по всей республике проходят отчеты участковых уполномоченных полиции. Работа участкового порой незаметна, но она очень важна как для граждан, так и для структуры правоохранительных органов. В чем же заключается работа участковых, а также где и когда граждане могут побеседовать с ними, расскажет Лев Нетесов. Участковый Сергей Шкулев работает на одном из проблемных участков – 17-й квартал. Основная проблема района – немалое количество неблагополучных семей. Участковым Сергей работает уже 3 года. Своя работа ему нравится, и он считает ее необходимой. Основное рабочее время занимает профилактический обход. Но несмотря на то, что служба участкового опасна и трудна, не все жители ее замечают, а некоторые даже не знают своего участкового в лицо. Конечно, знаю своего участкового. Трудная у них работа, конечно. А, нет, вообще без понятия. Не слежу за этой работой, я не знаю, что они делают вообще. Вообще не видела ни разу. Фактически не работают, кажется. Основные жалобы на работу участковых основываются на их бездействии. Половина из них не оправдана. Но есть объективные причины, вызывающие недовольство жителей. В большинстве случаев там причина просто как бы банальная, да? Не сработал, ну, человеческий фактор не сработал. Люди просто-напросто не получили уведомления в свой адрес. До 26 февраля участковые отчитываются перед населением. Мероприятие, на первый взгляд, формальное, но именно оно дает возможность жителям узнать о работе участковых поближе и рассказать о проблемах, что называется, напрямую. Но в обязанности участкового входит не только слушать. Основная обязанность участкового – это профилактика причинения преступлений. Это самое основное. От граждан, защита личности граждан и их имущества от преступных посягательств. Жителям 17-го квартала с участковым повезло. Он знает почти всех, кто состоит на профучете, по возможности помогает им в поиске работы. Под его вниманием находятся и подопечные интерната для престарелых и инвалидов, поскольку социальный объект находится на его участке. Ничего плохого о нем не скажу, только нормальное. Он хороший, добрый, он всегда приходит, к нам проверяет. За год участковый Шкулев успевает посетить каждую семью, независимо от того, благополучная она или нет. Жители его участка могут связаться с ним в любое время по личному телефону, а не только обращаться 02. Хороший участковый должен вызывать доверие и не быть равнодушным, чтобы жители, обращаясь со своими проблемами, знали, что он сделает все возможное, чтобы помочь. Лев Нетесов, Айтал Никитин, Василий Соловьев, Гаврил Дьячков, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.